Свич-класс. Берсерк. Все, никаких больше ранее предзадуманных билдов больше не собираем. Собираем то, что дают. Я думаю, что щит сейчас неплох. Я не уверен, хочу ли я шипастый щит делать. Я бы скорее шипастые перчатки бы сделал. Хотя сейчас шипы как будто бы в early game очень даже затащат. Почему нет? Сковороду не хочу, деревянный меч возьму, потому что иначе нет другого нормального оружия. Самый мощный билд на охотницу, гигаклевер. Гигаклевер что-то какую-то дичь делает, мне кажется. Да, я просто один раз читал описание, и у него тоже щит, копье. Блин, у тебя стамин должна была закончиться. Наверное. Не знаю. Статья копье, да. Ведстоунчик еще и по скидочке. Какого? Я, честно говоря, сейчас очень ценю свинок. Мне кажется, что раны сейчас достаточно долгие. То есть мы восстанавливаем 1 хп при получении итема. Мы восстанавливаем 1 хп при переходе в бесконечный. Следующий танк с косой, ну она же, мы же на ней наиграли 80 часов в демке. Ладно, где-то 50, я на репером чуть-чуть больше, чем лучница играл. Как здесь по урону? Wooden Sword, шипы, как я и говорил. Как я и говорил, шипы. Блин, угольки кайфовые. Может, хочу факел сделать? Какая-то... Потом можно будет поджечь только эти наковальней. Наковальня кузнеца называю. И да, никогда не бывает плохой. Блин, вот бы бесплатный ролл был, если ты выкупил весь магазин, да? Два ведстоуна, которые почему-то стоят неправильно. Ладно. Тоже три шипа, тот же самый щит, блин, банан. Ах, есть, справились. Актер детектед. Кастомер карта, блин, она теперь интересна, когда собирается до второго уровня, конечно, она неплоха. Кстати, у нее, а, они, это эпик итемы считаются. Не знаю, люблю сейчас банан брать. Такие дорогие шмотки. Ну, кстати, Box of Riches. Взять сейчас Box of Riches и выйти в билд шамана через камни, вставленные во что угодно. Все, билд есть. Как будто бы осталось до него дожить. Копье на меня, щит от чеснока. Да, сильная копьишка, сильная. Кузнец тоже с камнями работает. Это правда. Это мне не надо. Вот по скидке, почему нет? Опять же, стамина не заканчивается. Хочу ли я делать банановый пот сейчас? Использование. Не, одно одноразовое, ну, два.
Окей. Лопата. Блин, Shield of Valor уже... Это к слову о том, что стамина не заканчивается. Нож, молот, меч, все по счету. Ну, походу, я выигрываю. Я уже, кстати, платиновая карта. Клево. Это клево. Перча. Причем я, наверное, не хочу их усилять. Шипы. А, ну-ка, как там работают эти... Шаманская маска дает удачу в начале за каждый сокет от Gemstone. Каждые 3 секунды используй 2 удачи, чтобы получить 5 рандомных бафов. Руны предлагаются в магазине. Перчатки нельзя Gemstone засокетить. В общем, тут все равно нужен какой-нибудь топор, который... Сыр, это я люблю. Регенерацию мы нигде не получаем. Слушайте, 5 рандомных бафов это практически, ну, возможно, регенерация, да? Зэх, зэх. Я точно покупаю сыр. Без вариантов. Каждые 8 секунд клинит рандомный дебаф. Неплохо. Сумочку залочить. Плохо ничего не ускорять. Хорошо что-нибудь ускорять. Да. На 20%. В общем, я не собираюсь идти в билд от ярости, поэтому я не хочу 40% скорости перча делать. С другой стороны, шанс резистить яд еще дают. Ну, посмотрите, сколько у меня битвы для отца. Теории. И сколько я сижу на берсерке? Тут, конечно, рандом, но... 4-я секунда, 5-я секунда, 10-я секунда. Ну, это пока что, да, но все равно. Выдал мне один бунт. Лопата навесила. Обожаю сыр. Сыр офигенный. И ветчина. Ветчина топ. Я все еще играю с обычным... Блин. After 6 seconds, gain 1. А, манапот, наверное, нет. Может быть, вторую коробку взять? Заспамить себя камнями. Мне бы ножей тогда побольше, да, каких? Или вон броньки, кстати. Ну, лучше какие-то более крутые броньки-щиты. Если я прям точно собираюсь в рунстоуны играть. Хотя не, мне кажется, одной хватит. Не знаю. Коробки не ошибка. Но экономика это жесткая. Это у нас всего лишь 7-й раунд. Ножик. Ножик это здорово. Блин, мне, наверное, пиги-банк не нужен. У меня и так экономика достаточно жесткая. Рубин клевый. У меня миллион камней сейчас будет, которые некуда девать. Мне нужны сумки и всякие броньки. Броньки, щиты, гигантские оружия, типа топора, в которые можно вставить кучу камней. Экономика жесть, конечно. А я хоть раз яд наложу, нет? Может, она его с себя снимает чем-то, не знаю. Блин, блайндухи.
Три шипа. Я, кстати, своими пятью шипами тоже выигрываю сейчас. У меня маны дофига, которая никуда не тратится. Шаманский тотем. Это же он, да? Это же я его хочу. Да. Оп, в тебя можно вставить. А вот и гигантские оружия, в которые что-то можно вставить. Проблема, где я столько стамины возьму? Привет, Хеллкарт, не хотел бы поиграть? Здорово, нет, Хеллкарт не интересен. В ботинки тоже можно вставить этот камень. И часок этот гем. Мы начнем с тебя все-таки. Оружие наконец-то хорошее, найс. Так, ну в первую очередь мне нужна сумка. Часто бьешь, ну, наверное, чаще, чем любое другое оружие, да? Давай-ка сюда зеленый камень и, наверное, красный камень. 5 мана гейн, получи 3 армора, можно в броню вставить. Такие варианты ускорить. Тотемную маску можно тоже ускорять. Каждые 3 секунды использовать 2 по. Так, сколько я удачи получу? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Еще можно было финсерапиру взять. Она дает удачу, маска ее потом тратит. Мы получаем 5 рандомных бафов. Странная штука, наверное. Ну, нет, давайте на топоре останемся, топор хорош. Перчи по скидке выкидывать не хочется. Поехали дальше. Есть еще вот такой вот мув. Рапира сама тратит. Да, тратит, но это бьет раз в 3 секунды, тратит удачу. Это раз, ну да, раз в 1,5 секунд. Они друг другу будут... Они как бы друг другу мешают, но в то же время ты можешь и удачу создавать. Я не знаю, может, есть какие-то крутые способы еще создавать удачу. Мне бы, кстати, корона не помешала, но я не хочу очередь. Без скидки. У тебя один нож, кастет, деревянный меч. Выглядит довольно неплохо, просто потому что кастет сам себе сильный. Только вот оружие раскиданы отвратительно у него просто, и он об мои шипы умирает. Найс. Жаль, в перчи ничего вставить, да, нельзя? Слушайте, у меня мана никуда не девается. Можно сейчас сделать мана-пот и создать спектральный даггер. Но это так дорого ради того, чтобы тратить 1 маны на 7 урона. Раз в 2,5 секунды. Но у него еще скорость атаки растет. Две шкатулки дают что-то? Ну, каждый ход дают по камню. Мне кажется, это очень дорого, вот создавать, тем более, блин, минус ягода, минус мана, мы, конечно, ману с апфирами лутаем, но все же. Шкатулка в каждом начало хода дает статы же, а? Еще ножи, это способ прокать камни. Блин, флоулес рубин, конечно, клево, но дорого. Будьте добры, сумки. Сумки. Хочется перчатки выставить как-нибудь.
Я даже Spiked Cover брать не буду, да? Некуда камни вставлять, блин. Эх, ну ладно, два объединяются нормально. Можно вот так вот синий вместо зеленого заморозку накладывать с 30% шансом. Перчина, банан и сыр поверни. Не вижу, каким образом. Можно было, кстати, вот сюда вместо шапки, короче. Ну ладно, уже выиграли. Какого-то чела на перчиках. О, он, кстати, Губерта под кальцифера поставил. Это правильно, хороший выбор. Можно ядовитый нож сделать по скидке. Вот это вот хорошая тема. Желтый камень. Желтый камень штука годная. Короче, можно было вот так вот сделать, поставив при этом сюда другой нож еще. Например. Тогда вот здесь ничего, оружие не ускоряется. Можно вот так ускорять. Так, какие камни мы сейчас накачиваем? Ну, все. Зеленые, красные. Резистить яд. Я, конечно, не нужная. Может, кусочки угля выкинуть? Я даже не знаю. Маску бы еще устроить. 8 удачи. Тратит. Короче, она может рандомно удачу дать. То есть вот она тратит удачу, и сама по себе удача тоже может появиться. Сумку боком поверни, выбирай, что тебе важнее, топор или еда. Стан! Конечно же, топор. Что за вопросы? Не, в молоте... Не, было что-то там, видимо, соединялось, да? Сумки, плиз. В молоте был синий камень. Ну, понятно, логично. Так-с, думаем. Куда теперь деть щит? Скорее всего, сюда. Святая броня, кстати, содержит миллион дырок для камней. И этот тоже офигенный, кстати. А, без скидки. Да, я тоже не очень хочу без скидки брать. Так, что здесь перчина, которую ускоряли? Ускорять бы пампкин теперь каким-то образом. Вернее, не каким-то образом, а всеми силами, да?
смотреть игру на других стримах, но что-то все такие слабые из рутрансляции. В смысле, тостер жесткий. Бивер, кстати, еще, по-моему, не стримил, еще не подрубал. А так хочется лапу в кол выкинуть. Что-то такое бесполезное, как будто бы. Окей. В маску нет, в маске нет камней. Топор скараптат кристаллом. Кстати, у меня стамина заканчивается под топор. Он слишком быстрый. Блин, моя ярость быстрее прокнула. Но я в... А, ну тут стамина закончилась из-за щита. Из-за двух щитов. Между прочим. Тут как бы... Такое... Вольпер Тиммер. Каждые 3 секунды получи тот баф, которого у тебя меньше всего. У меня всегда будет меньше всего удачи. Потому что маска шаманская. Маска шаманская. Так, с faster increase base stamina regeneration. Вот это вот сделаем сейчас. И... Так, самый часто атакующий нож, который раз в 3 секунды бьет. Тебя самый крутой камень на яд. Заточенные перчи не дадут 40% на тыкву. Заточенные перчи дадут 40% тыкву, на тыкву только на момент берсерка. Берсерк у нас работает всего лишь 5 секунд в бою, и у нас нету ни одного итема на берсерк, на продлевание, на усиление берсерка. Блин, заточка уже абсолютно бесполезна, только место занимает. Вот это кастомер карта. У меня, блин, бэкпак полон мусора. О, чейн вип под стальным губертом, это жестко. Скорее всего, я не пробью через эту броню. Хотя... Пробил через эту броню. Что мне больше всего дамажит? Давайте смотреть. Poison 41 урона, топор 148, тыква, даггеры. Окей, логично. Губерт, сырный. Наш сырный братан. Так, СП и два рандомных бафа. Птичка. Ускорять пампкин. Я освобождаю место. Тоже уже useless. Не знаю, мне кажется, щиты сейчас сами по себе довольно сильные, хз. Не уверен. Ну, мне так кажется. Может быть, это не так. Плюс это слот. Из вариантов это как бы слот все-таки. Три желтых камня в этих, хорошо. Арт-контейнер. Используй 7 регенераций, чтобы получить 80 макс хп.
и увеличить все лечение на 15%. У меня регенерацию шаманская маска дает. С рандомным шансом, но дает. Шипы и так от маски стакаются, но дело щит же не это, не ради шипов используется. Бернского бы на топор, там тычки раз в 7 секунд, ради забора стамины у врага. Раз в 3 секунды под фанипаками. Это потом, мы сейчас будем все переделывать, но сейчас я, ну блин, вообще можно попробовать, конечно. Так, так. Очень нравится идея с хард-контейнером. Блин, и птица тоже клевая. Жаль, топор у меня не улучшенный. Саншилд. Манадрист. Какой-то этот гигадракон танцующий. Боже, что с моим хп? Стан, застанься, пожалуйста, тыковкой. Что-то у него резкий какой-то урон был, а потом у него его резкий урон резко пропал. Чего меня все еще больше всего дамажит? Ну, всегда топор. Всегда, это очевидно. Еще шапка есть для слотов. Секунды. Ну уж тыква. Здесь, скорее всего, надо будет ставить. Так, сейчас будем думать, потому что Губерт тоже должен как можно быстрее от чего-то стакаться. Зайку под Губерта, а места нет. Могу, конечно, попробовать, но не, пускай он рядом с птицей стоит. Скорее всего, у тебя нет особого места сейчас. Ушел сыр. Маску под птицу. Любой вид еды найти. Сейчас, скорее всего, есть смысл еще вот так вот делать. Кошелечек на птицу. Кошелек это что? На птицу еще фанипаки бы, но они так хорошо под эту стоят. Мне очень хочется тебя, конечно, но пока что не получается. Сумка. Мне тоже сумка сейчас нужна? Нет. Еще занос, вчера фул день играл в рюкзаке, а сегодня всю ночь они снились. Это бывает. Классика. Сумка на один с камнем. А, это. Именно сумка освободится. Это можно, правда. Thank you.
Это можно, но я все еще не решил, что именно я делаю сейчас. Мне нужен какой-то активатор сырного Губерта. Ну, типа, я могу, конечно, вот так сделать, но... Немножко грустно разворачивать нож. Ну, видимо, придется. Ну, хрен его знает. Так, в тебе нет камня. Блин, как так-то? Ага. И ему, кстати, скорость атаки на самом деле очень нужна. Я забываю, что самый лучший камень в тыкву это желтый. У нее атака очень медленная, а она станет и прокает ножи. Кармик, привет, и не патч, полноценный релиз. Два новых персонажа, миллион новых рецептов, итемов, 5 подклассов на всех персах. То есть старые персы тоже получили доп. Подкласс. Вот, так что залипало. Залипало. Привет. Еще минимум на месяцок. У нас, правда, там РГГ Ленд где-то рядышком. Чё-то драконы сильнее моих топоров, да? Нет, не сильнее. Один стан тыковкой и ножи затыкали. Затыковкали. Ядики, удача есть, манна есть. Мне бы какую-нибудь корону на манну, да? Еще один Вольпертингер. Хрен его знает, надо ли оно. Надо ли оно. Очень хочется хард-контейнер. У меня же была регенерация, по-любому. Я уверен, что у меня была регенерация. Есть. Давайте сумку искать под хард-контейнер. Почти. Опять все переделывать. Тебе сюда так вставить-то. Топор... Нет, топор двигать не варик. Как херу мышленно убрали русский или бакс очищался. Вот и бак. Сейчас попробовать так. Нашел. Кажется, я нашел этот вариант. Че, фиолетовый среднего размера никуда не вставить? Стойно. Сделаем. Вроде неплохо. Так, каждые 3 секунды получи. Ага, все есть. Птичка ускоряет. Здесь хорошо, здесь все неплохо. Здесь вот херня ускоряется, а вернее, нихера не ускоряется. Да? Продать бы эти 4, да купить что-нибудь нормальное. Кстати, фласка для еще одного ядовитого ножа. Сколько мне 4 раунда осталось? Скоро надо бы от боксов Ричес уже отказаться. Что это такое вообще? Блин, фласка дорогущая, капец, не хочу. Знаешь, зайку и птицу на Губерта. Ой. Фиолетовый можно обменять на квадратный фиолетовый в шопе. Да, пофиг.
Так, у него гигаброня, берсеркастеты станищие, но он мне что-то мне урона не наносит. На мне есть шипы, у меня есть удача, у меня 430 хп. Красиво. А вот фласк по скидке — это наша тема. Ядовитые ножи. Ядовитые ножи еще. Взять еще молот вместо топора. Не. Три ножа всего лишь. Вместе с топором стамины не хватит. А, можно этот крутой щит бахнуть. Только он ее со своей обилкой и темы дает плюс 30. Ничего мне не делает, да, особо. Может, еще один хард-контейнер? Ну, так мало с камней вмещает. Мне нужны камни-вместители. Можно, кстати, вампирский нож сделать. Он там от вампирки дает урон получает. А у меня будет вампирка за счет. А. Вампирские перчатки тоже кайф. Но... Губерта ставим под ручку топора слева. Вот так. Можно. Теория. Вепельтингер получит еще 15% скорости. 15% от 5 секунд — это 6,5 примерно. То есть он будет прокать раз в 3,8. Зато будет... Будет чуть-чуть еще ускоренным. За... Можно Губерта сюда, можно подвинуть. Мне нравится эта идея, но мне нужны слоты. Что значит, я текущего фласку? А, это, короче, специальная тема. Кстати, об этом можно их переставить в специальный слот. Блин, ну тогда он не усиляется. Тогда надо вот этот нож переставлять. Это значит, что когда прокнет хеллспот, одновременно с ним прокнет и фласка. Вот так это работает. Птица. О, фаннипак, который мне здесь сейчас очень как будто нужен. Ну-ка, ну-ка. Птица ускорена, Губерт ускорен, маска ускорена, можно... К тому же еще и маску одновременно ускорять что-нибудь, типа вот это. Найс. Вот, они работают, срабатывают тогда же, когда срабатывает хил банка. То есть все банки работают друг за другом. А если они еще и в Potion Belt'е находятся, у них еще шанс не шанс, там... Что-то там, короче, еще у них срабатывает. Блин, давай-ка сумку поищем. Черт. Дайте сумку, пожалуйста. Есть маленькая. Ух ты, еще банка за этот. По скидке, Heroic Potion по скидке, сумка. Давайте уже отказываться как минимум от одной коробки. Она уже принесла достаточно много value. А, тыква же еда, я забыл совсем об этом. Так, фиолетовые не нужны. Синие практически не нужны. Билд назовешь. Тыква-нож? Как билд назовешь, так... Его и проведешь. Да. Корона, кстати, мне бы... Блин, нужна на последние раунды. Очень нужна корона. Шанс атаковать по хп директли. Блин, а что если сделать вот так вот? Все равно стамина, мне кажется, не хватает на топор. Он прям быстро ее тратит, особенно когда об шипы бьется. Так, банка... Хорошо. Перстные зубочистки.
Возможно. Далее. Думаю, что неплохо в целом. Единственное, вот он не очень быстрый. Какая скорость? 3.52. Не, ну как ягода. В принципе, 3.52 это хорошая скорость. Скорость ягоды плюс-минус. Шипы есть, манна есть. Можно на неуязвимости сидеть какое-то время. Значит, корону по-любому покупаем. Возможно, вначале стоило сумки поискать. Так, продать бы банку. Перчатки не хватит на корону. Корону в последний раунд, видимо, возьму. Хотя... Продать пару ненужных камушков. У меня есть корона, которую можно шикарно запихнуть в центр. А чё, неплохо получилось, походу. О, хочу посмотреть... А, я не успею уже, да, посмотреть, что делает каменная маска. Если только сейчас, опять же, не продам чего-нибудь. Я вообще забыл, что тыкву надо едой ускорять, кстати. Я на этом весь раунд просидел. Ну, типа, я долго на этом просидел. Так еще один раунд на шкатулку есть, нормально, потом продадим. Ёб твою! Что? По-моему, я это не... И выиграю. Нет. Ну, топор у него без камней, конечно. У меня есть неуяз. Хера себе там псов в шапочках. Просто псарня, а не сумка какая-то. 3 банана. Чё? Жесть. Какая скорость у этой? 2.34. Ну, это все птичка тащит. Топор, естественно, нес больше всего урона. У меня не было проблем со стаминой, мне интересно, на протяжении всей битвы. Да, у меня не было никаких проблем со стаминой. Но у него и щита не было. Был бы щит, все, стамина бы мгновенно закончилась. Еще ядовитая фласка. А когда там оппонент восстанавливает здоровье? Можно ошейничек, кстати, купить. Неплохо звучит. 2 секунды боевой ярости. Фанфары дают ману рандомно или силу. Кстати, фанфары сейчас как будто неплохи под этот. Сырочек можно взять, только ставить его некуда. Регенчики нужны от травы под сердца. Давайте, наверное, возьмем флейт. Я бы еще одну фласку купил. Не, ну билд довольно прикольный. О, в короне ничего не стоит. Сейчас закинем. Мана нас за 4. Не вся сумка полная, получается, не хватило экономики каким-то. Несмотря на то, что у меня 2 сумки были, из которых я мог камни продавать. Блин, это какой-то очень сильный дракон. Я уже второй раз этого дракона чела встречаю. Возможно, это он же только докачался. И кажется, я все-таки им проиграю. 57 яда. Как зеленые дракончики настолько много. 3 яда при атаке, КД 1 секунда. Я уверен, что у него главный урон в яде. Обсидиановый, 152, яд, сотка всего лишь. Молтен Спир у него до сих пор дамажит. Защиту мою пробивает. У меня вроде не было особо защиты никакой. Ну, обсидиановый, да.
Ну и плюс прохил совсем. Ну, 5 драконов жестко, 6 драконов. Даже всех не смог поставить под этот. Под Dragon Nest. 30 заморозки. Ауч. Мне нужна была та самая Divine Банка, которая дебафы снимает с себя. Я почему-то не думал, что она так уж пригодится. У меня что-то было, что снимать. А, у меня только камни могли клинзить дебафы, да? Красиво. Красиво. У меня ножи и тыква. Да. Какой у нее шанс застанет? 50%. Да, клинзит дебафы. Под конец надо задумываться хотя бы над одной банкой на всякий случай. Значит, такие штуки. Дракона билд довольно.